угодно. Пока это все. Вы свободны. Патрульные сейчас спрашивают по округе, может, кто что видел. Хорошо, если что найду, дайте мне знать. А с этим что будешь делать? Без понятия. Она села на первый же автобус и доехала до конечной. Импульсивное решение под воздействием страха. Какой страх у андроида? Она девиант. Девиантов могут охватить эмоции, и тогда они действуют нелогично. И все равно не ясно, куда она делась. Идти ей некуда. Побег не продуман. Она может быть рядом. Может. Ральф нашел, чем покормить маленькую. Вот, гляди. Подарок. Ральф сейчас все приготовит. Ральф, друг. Ральф знает, что люди едят. Жженое мясо. Садись. Не стесняйся. Так-то лучше. Ральф очень старался найти хорошую еду для маленькой. И отказаться было бы невежливо. Правда? Сейчас будет вкусно. Это сочное мясо. Сочное. Сочное. Папа, мама и дочка. Что делать? Я не хочу это есть. Что говоришь? Она сказала, что не хочет. Ну, может, я ей не угодил? Может, к чему получше привыкла? Но Ральф очень старался, и она будет есть! Там наверху труп. Ты ведь убил человека? Нет. Нет, Ральф его уже таким нашел. Ты ведь хочешь, чтобы мы были как семья, Ральф? Папа, мама и дочка, так ведь? Папа никогда не станет заставлять дочку есть, угрожая ножом. Ральф очень старался. Он хотел, чтобы маленькая поела. Но Ральф не злой. Нет, не злой. Так отпусти нас. Есть кто-нибудь? На ограде голубая кровь. Сюда приходил другой андроид. Thank you.
Не бойся. Я тебя не трону. На ограде голубая кровь. Сюда приходил другой андроид. Это Ральф поцарапался. Это кровь Ральфа. Я ищу модель AX-400. Видел такую? Ральф не видел. Есть другие андроиды. А другие? Нет. Только Ральф. А кто наверху? Никто. Никого нет. Иду, лейтенант!
Убегайте! Скорее! Коннор, что происходит? Она здесь! Сообщите! Куда она делась? Туда. Они побежали к станции. Не стреляй, нужна живой! Охренеть! Вот дает! Нельзя их упустить! Расслабься. Их сейчас в лепешку раздавит. Я не могу рисковать. Эй, ты что, охренел? Погибнешь? Не смей за ними гнаться, это приказ. Все нормально?